Всем привет, глубоко уважаемые доны и миллионеры ВК Coin. Приложение ВКонтакте ВК Coin дает великолепные условия для майнинга. Буквально через несколько суток можно нереально разбогатеть, стать миллионером и обладателем десятков виртуальных дата-центров, серверов, сотен стоек с видеокартами. Но денег всегда мало. Даже в виртуальных играх упустить возможность заработать больше. О некоторых способах было рассказано в предыдущих видео. В этом видео будет очевидный способ, о котором тоже было упоминание. Все настолько очевидно и просто, что только ленивый не попробует данный способ. Банально нужен нормальный эмулятор Android для компьютера. Одним из лучших эмуляторов Android на ПК является программа NexPlayer. Скачать можно бесплатно с официального сайта разработчика. Ссылка будет в описании ролика. Это без преувеличения один из самых продвинутых и функциональных эмуляторов, и он, как вы уже поняли, ориентирован на то, чтобы предназначенные для мобильной ОС приложения без проблем запускались на стандартном ПК, работающим на базе OS Windows и даже для компьютеров Apple на базе операционной системы macOS. Да и конечно нужно будет несколько аккаунтов ВКонтакте. Никаких токенов не нужно и сторонних сервисов, которые могут угнать ваш токен или совершать от вашего аккаунта неконтролируемые действия. Этот способ прекрасно подойдет для тех, кто любит приватность и безопасность. Тем более мне кажется, с таким способом меньше вероятность улететь в бан. Эмулятор Android бесплатный. Обеспечивается совместимость с любыми игровыми приложениями, новыми и популярными. Нужно установить эмулятор NexPlayer, запустить Nex Multidrive, завести несколько копий эмуляторов по количеству имеющихся аккаунтов. В каждом эмуляторе можно установить официальное приложение ВКонтакте и в каждом войти в разные аккаунты из тех, что у вас есть, или можно копировать эмуляторы с установленным, но еще не настроенным приложением ВКонтакте. Далее запустить приложение ВК Coin и все, можно майнить лучше всех и больше всех. Приложение не маленькое, качайте. Пригодится, в нем можно не только майнить, но и вести несколько профилей, к примеру в Инсте, или играть в любимые игрушки Андроида на компе или Маке. Спасибо за просмотр, всегда ваш.